Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас такой с вами обзор на набор для творчества из магазина Wildberries по цене 2205 рублей. Такая вот маленькая коробочка. Кстати, очень классно, что он пришел в коробочке, потому что это очень удобно. И давайте посмотрим, что же у нас там находится. Здесь, конечно же, есть инструкция. Такая вот. Что-то написано, есть даже почта или что-то. Да, почта, когда если проблем, наверное, будут вопросы, то можно их там задать. Так, что у нас входит там набор? Конечно, силиконовые формочки, да, я не сказала, это для эпоксидной смолы. Ой. Ба, какие они... Ба, о, какая она малюсенькая вообще. Она просто маленькая. Там на фотографии казалось, что она довольно большая, но она очень маленькая. Так, вторая, ну, конечно, немножко побольше. То есть, ну, вот это прям, ну, вообще, ну, просто малюсенькая. Я, в принципе, брала его ради вот этих. Мне нужны были вот такие вот кристаллы. И, честно говоря, я думала, что они будут побольше все-таки. Они приклеились немножечко. Здесь вот немножко побольше. Не все глянцевые. Такой силикон мягенький. Это вот. Это, кстати, еще мягче. Вот это вот пожестче, прям она такая жесткенькая, они разные. А это вот помягче. Вот это еще больше. Тоже, кстати, довольно. Чем больше, тем она становится мягче. И всякая фурнитура. Вот. Так. Также сама эпоксидная смола. Вот. То есть тут довольно много, кстати, налито. Вот, который входит в набор. Так, сам какой-то тюбик, непонятно, что здесь написано. А, там какой-то там порошочек, кстати. Так, перчатки, стаканчики здесь, 5 штучек, перчатки, прям такие завернутые, а ну тут 2 перчаточки всего лишь, хотя за 2000 могли бы положить и побольше. Так, здесь тоже что-то блестящее маленькое в баночке, такие вот. Прям малюсенькие, малюсенькие козявочки. Почему-то, честно говоря, мне на фото казалось, что там нормальные палочки, нормальных размеров. Все-таки за 2000 с лишним могли положить хорошие палочки, правда. Ну, прям вот очень-очень тоненькие, самые дешевые. Мне кажется, проще даже взять ветку, отрезать и ею размешать. Так, 2 пипетки. Всего лишь 2. И зелененькая такая же. Блеск. Так, и все. Пустая. То есть, вот он небольшой такой набор за 2000. Так, давайте с вами сравниваем, все ли у нас на месте. Вот как этот набор выглядел. То есть, вот там 2 пипетки, 4 палочки есть. Так, сами вот эти вот. Хотя, соответственно, по фото кажется, что они реально большие. Такие большие, короче. Ты считал, ребенок? Так, перчатки, 5 стаканчиков, и здесь 5 цвета. Кстати, здесь нарисованы одни цвета, зеленый и красный, пришли зеленый и белый. Вот, пришли совершенно другие. Дима, положи меня там, хорошо. Так, сама вот эта там нарисована зеленая, пришла синяя. Кстати, вот здесь можно понять, вот он как бы вот есть силиконовый коврик, вот она стоит рядом. Ну, хотя да, по размерам, да, вообще-то они. Все такое прям малюсенькое, за 2000 было бы, наверное, дешевле собрать все это самому, если бы я знала, что вот она прям, ну, настолько маленькая. Так, силиконовых форм у нас 1, 2, 3, 4, 5. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, да. Ну, что, такие хорошенькие телефонные формочки. Фурнитура, кстати, здесь у нас должна идти для сережек, палочки и колечки. Так, сережки. А вот сережки вижу, палочки и колечки. В принципе, вот они. Не знаю, напишите в комментариях, стоит ли это все 2200 рублей. Сейчас уже цена немножко поднялась. Вот. А, ну, в принципе, кстати, вот размеры есть, но размеры не посмотрела. 6 сантиметров на 5, как-то я так это... Думала, что она побольше. Вот она. Ну и отзыв довольно, кстати, маловато. Вот, вот такой вот у меня был
подарок. Мой подарок, наверное, к Новому году это будет мой подарочек. Вот, вот такой вот у меня был, наверное, подарок. Это уже будет, наверное, к Новому году, к какому-нибудь празднику. Так что, когда покупаете в Вайлдберрисе, обязательно смотрите размеры. Потому что, блин, честно, ну, я, если честно, очень-очень сильно в шоке из-за этого, что она бывает настолько малюсенькая, настолько. Но я думала, ну, правда, она будет, наверное, такая вот большая. Мне нужны были вот эти именно вот кристаллы, чтобы вот они были кристалликами. Прям, не знаю. Ну, это, видимо, сережки. Надо посмотреть, будет по размеру, может быть, я найду побольше. Потому что у меня есть одна задумка очень интересная, и мне нужны все-таки они по размеру побольше. Вот. Кстати, к этим вот я купила еще вот такие вот блёстки. Здесь вот он. Такие. И здесь вот. Мне кажется, мне пришло здесь что-то явно другое. Хотя, может и нет. Вот. Такой был обзор. И дальше, как я буду наливать туда смолу, понравится мне, не понравится. Все это будет сейчас дальше в вашем ролике.